В Усть-Каменогорске действует выставка «Вехи истории», на которой представлены уникальные копии материалов о нашем крае, найденных в отечественных и зарубежных архивах. Это стало возможным благодаря реализации государственной программы «Архив-2025». Как редкие документы и фотографии помогают лучше узнать историю Восточного Казахстана, расскажут мои коллеги. Благодаря масштабному исследованию, которое проводили сотрудники Государственного архива Восточно-Казахстанской области, им удалось собрать несколько сотен уникальных материалов, отражающих вехи истории развития нашего региона. Поэтому выставка и носит такое название. Любителям истории будет интересно узнать о зарождении и развитии ремесленного торгового дела и промышленности в нашей области. Знаете, что были? Наш город Усть-Каменогорск был торговым таким городом. Здесь было более 85 купцов. То есть купцы разные гильдии были. И здесь были и золотопромышленники, и знали об этом, но таких конкретных документов их не было. Чтобы их подтвердить, вот теперь у нас есть документы о том, что действительно, что развитие, освоение вновь присоединенных земель. Особую ценность для исследователей представляют дореволюционные фотографии, по которым ученые восстанавливают информацию о быте местных жителей в начале 20 века, их одежде. А самое главное, эти старинные фото способны передать дух и атмосферу былых столетий. Например, здесь изображен владелец золотого прииска, который моет золото. Здесь приисковые рабочие. А здесь вы видите геолого-разведочную экспедицию 20 века, начала 20 века. То есть они передают дух и показывают, как жили, как одевались, какими механизмами, какими устройствами пользовались при добыче, допустим, того же золота. Все найденные специалистами материалы будут оцифрованы и доступны для просмотра исследователям, а также любителям истории на официальном сайте Управления цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области. Ирина Санникова, Диас Талгатулы, Алтай Акпарат.